Всем привет! Если у вас на руках китайский смартфон типа Xiaomi или Meizu, либо же iPhone, который не поддерживает беспроводную зарядку, то не расстраивайтесь. Всего ли за 4 бакса вы сможете получить беспроводную зарядку на любой смартфон, iPhone либо Android. Сегодня на распаковочке беспроводная зарядка для iPhone, но точно такая же есть и для Android. У меня на данном этапе iPhone 7. Я хотел бы попробовать беспроводную зарядку, как она работает. Соответственно, заказал на Алиэкспрессе беспроводную зарядку вместе с такой вот фиговиной. Это вот такой вот переходник, вроде бы называется ресивер, если не ошибаюсь, который подключается к айфону, потому что выход на лайтинг продавца, если на Android, без разницы, подключается к телефону и кладется на беспроводную зарядку, и, соответственно, ваш смартфон автоматически становится смартфоном с беспроводной зарядкой. Давайте посмотрим. Идет такая вот коробочка белого цвета. Продавца было много разных вариантов. Черный, синий, красный и белый. Я заказал белую беспроводную зарядку, так как она будет смотреться более лучше. Все, по ссылке пусто. В комплекте есть microUSB кабель, который подключается к беспроводной зарядке и к розетке, соответственно. Инструкция. И сама беспроводная зарядка. Давайте посмотрим на характеристики, что здесь написано. Здесь, ребят, у нас идет 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 1,5 ампер, 9 вольт 1 ампер и 5 вольт 1 ампер. То есть зарядочка на 10 ватт. На 10 ватт имеет беспроводную зарядку. Здесь написано Fast Charge, то есть быстрая зарядка. Есть индикатор и подключение microUSB кабеля. А здесь в комплекте идет сам адаптер, который подключается к айфону в моем случае. В продавца на сайте AliExpress еще были точно такие же самые переходнички, которые подключаются к Android любой версии. Здесь написано модель iPhone 7, 6, 5, 5S и 5C. В принципе, все. Поэтому давайте вместе с вами протестируем и посмотрим, работает ли беспроводная зарядка или нет. Мы подключаем к iPhone вот в разъемчик Lightning, куда подключаем сам кабель для зарядки, подключаем этот вот ресивер, да, я его называю так, и закрываем просто чехлом. Либо же Apple Silicon Case, или же у вас там какой-то простой силиконовый прозрачный, разницы в принципе не должно быть. Он, по идее, должен работать и через этот вот толстый чехол. Вот так вот закрываем все, внизу, как видите, есть этот вот коннектор, сам коннектор. А сам этот вот ресивер прячется под чехлом. Чехол тонкий, соответственно, ничего не мешает. Берем смартфон, просто кладем сверху, вот здесь. Загорелся синий индикатор, пошла зарядка. Смотрите еще раз. Когда смартфона нету, работает красный. Сейчас перенастроится на красный свет. Красный свет. Кладем смартфон, загорается синий индикатор, пошла зарядка. Вуаля, за 4 бакса получаем беспроводную зарядку, которая, в принципе, достойна уважению. Так как iPhone 8 стоит 320 баксов, iPhone 7 200 долларов. Разница в 120 долларов. Но там всего лишь отличие в том, что iPhone 8 имеет беспроводную зарядку, плюс стеклянный корпус. Мне корпус стеклянный, в принципе, не нужен. Беспроводная зарядка 4 бакса, и у меня, грубо говоря, iPhone 8. У меня еще есть беспроводные наушники Apple AirPods Wireless Charging Case, то есть беспроводной зарядкой второй серии. Давайте проверим их, работают или нет. Эти наушники я получал с Алиэкспресса. Они еще пленочки, как видите. Смотрите, просто кладем на зарядочку. Вуаля, пошел заряд. Смотрите поближе, потому что освещения здесь достаточно. Отключаю софтбоксы. Итак, смотрите, зарядка идет. Вот так вот. Поднимаем зарядный кейс. Зарядка загорелась красным индикатором. Вот, красный цвет работает. Ставим зарядный бокс с наушниками. Здесь загорается красный цвет. Соответственно, синий пошла зарядка. То есть наушники с Китая за 24 бакса также имеют беспроводную зарядку. Вот и все, в принципе. Зачем переплачивать, не вижу смысла. Поэтому ссылка на беспроводную зарядку под видео в описании. Кому было интересно, ставьте лайки. Делайте апгрейд своего смартфона. Android либо iPhone, разницы вообще нету. С Android работает, с iPhone также. Просто когда покупаете на Android, выбирайте в настройках, в заказе, что вам нужен коннектор на Android. Там есть версия, когда идет контакт вверх, когда идет контакт вниз. Это все выбираете при заказе. Поэтому, ребят, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик. Всем хорошего настроения. Мы не прощаемся, так как находимся в интернете.